Рассада Astilbe arrense Diamant вырастает до 80 см в высоту и известна своими раскидистыми соцветиями с махровой текстурой. Если создать для многолетника все нужные условия, то он без посторонней помощи будет цвести и развиваться на протяжении десятилетий. Высаживать можно на любом типе почвы, растение неприхотливо к типу земли. Единственным условием остается высокий процент влажности. Чтобы соответствовать, садоводы часто высаживают растения рядом с искусственными или природными водоемами. Нуждается в хорошем освещении, но во время жарких летних дней может понадобиться затемнение. Astilbe arrense Diamant – это многолетнее растение высотой 50-60 см. Цветок лучше всего подходит для одиноких посадок, групповых посадок. Astilbe прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для обогащенных почв. По типу ствола Astilbe arrense Diamant можно отнести к группе низкорослые. Расцветает Astilbe arrense Diamant в месяц июль-август. Цветок окрашен в белый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме сложно-перистый. Весенняя окраска листочков зеленая, летом листва зеленая, осенью листва зеленая. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.